Ежегодно в России патентуют тысячи изобретений. Жители Мордовии тоже вносят свой вклад, в том числе оперативно откликаясь на требования времени. Так, в период пандемии запустили производство ультрафиолетовых, бактерицидных рециркуляторов воздуха. Изобретатели и рационализаторы – двигатели прогресса, науки, промышленности. И чем больше их в стране, тем активнее идет ее развитие. Работа с интеллектуальной собственностью, работа с тем, что у вас есть, делая тому, что придавая какое-то материальное значение, это тоже большой фактор, который мы все с вами должны делать. Видим тех патентов, которые позволяют нам защищать наши ресурсы, видим тех разработок, которые внедряются в предприятия наши, ну и создаются какие-то вещи, которые сегодня нам необходимы, которые пользуются. Это очень важно. За 2020 год Мордовия подала 57 заявок на изобретение. Это на 10 больше, чем годом ранее. Положительные тенденции налицо. Помогают процессу и многочисленные программы поддержки. Формировать инженерное мышление нужно начинать в самом раннем возрасте. Тогда будущие изобретатели смогут мыслить шире и быстрее воплощать в жизнь даже самые смелые идеи. Начинать нужно с детей. Это со школы. Со студенчества, особенно студенчества уже, когда ребята определились уже, кто пойдет на гуманитарии, кто пойдет на естественные науки. И там вот именно вот этот пласт у нас, честно говоря, еще не освоен, далеко-далеко не освоен. Ну и, разумеется, на предприятиях, на заводах, на фабриках то же самое нужно провести огромнейшую работу. Активные, энергичные люди. Они вкладывают в работу все интеллектуальные способности и даже часть души. Поэтому даже в столь молодом возрасте им уже есть чем гордиться. Лауреатом всероссийского конкурса «Инженер года 2020» стал Максим Чернов. Я проходил по категории лазерной технологии, занимался разработкой полимерных визуализаторов. Они необходимы для визуализации лазерного излучения, невидимого для человеческого глаза, в видимый спектр, соответственно. Награды лучшим изобретателям и организаторам рационализаторской деятельности Мордовии лауреатом конкурса «Инженер года 2020» вручил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Мордовия Инсаф Хайрулин. Валерия Никитина, Евгений Фролкин, Народные новости.